завтра. Задолбали со своим завалом? Ну, тот, кто не хочет или задолбался, может отдохнуть пару дней. А потом? Потом ему придется умереть. Краевского надо взять с собой, ему больше скажут. Нет, пойдем одни. Ты ему не доверяешь? Если там что-нибудь осталось, мы это получим. Кто не работает, тот не живет. За любое неповиновение или саботаж наказание одно – смерть. Если Ермолаев жив, он не должен сказать ничего лишнего. Будь здоров, не кашляй, дорогой товарищ. Закрытая школа. Развязка. Завтра в 20:00 на ТВ Рус.